Проезд через Монастырскую площадь закрыт. Альтернативный путь из старого района в новый проложили через реку Сатис. Строители возвели 80-метровый мост, построили с нуля и реконструировали прежние автомобильные дороги. Одним словом, сделали новую, удобную для горожан транспортную развязку, пользоваться которой саровчане смогли уже в декабре 2017-го. Но не прошло и полугода, как новый, свежеотстроенный объект в буквальном смысле слова дал трещину. И теперь железные опоры безопасности представляют для жителей нашего города реальную опасность. То ли природа сыграла свою злую шутку и почва буквально уплыла из-под металлических конструкций, то ли изначально опоры с бетонными блоками в основании были установлены непрочно. Ясно одно – ходить по этому тротуару теперь следует с осторожностью, потому что рядом в двух шагах незащищенный овраг глубиной несколько метров. Я обратила внимание, что как бы мост успели сдать и уже как бы просел грунт. Я стараюсь по этой стороне оставить. Что же все-таки произошло и как это исправить? Представители соответствующих служб пытаются решить эти вопросы прямо на месте. Остается надеяться, что затягивать с ремонтными работами не будут, а потенциально опасный участок в целях безопасности оградят сигнальной лентой. Ну, в данный момент пока без комментариев, пока разбираемся. В администрации объяснили, что ситуация под контролем. Причины возникновения проблемы и способы ее разрешения будут оглашены позже. Мы будем следить за развитием событий. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.